ехал по трассе со стороны Рославля в сторону Починка. Вот. После деревни Данькова, там участок трассы, увидел собака, лежащая прямо возле бордюров там. И как бы остановился, посмотрел, позвонил как бы знакомому ветеринару. Она говорит, я ничем не могу помочь, сейчас все закрыто у нас. Вот. И как бы решил какой-то вам позвонить. Как бы я слышал, что есть такая организация у вас. Забираем, говорю, да, открывайте ее. Сейчас. Вот, все. Ложись. Давай. Все, ложись. Какое место? Пилот! Пилот, да. Тедруф, да? Тедруф нашего пилота. Ну что, друга твоего заберем, потом назад привезем, не переживай. Все. Потом полечим его и привезем назад. Не грусти. Все, хороший мальчик. Аккуратно будь с машиной. Внимательно. Подъехали на место. Человек передал нам собаку, которую не побоялся, подобрал с дороги, погрузил в машину. Не побоялся, что сиденье запачкаются и тому подобное. Сейчас срочно, потому что собака в тяжелом состоянии, срочно едем к врачу. А это... что у нее может быть? Ну, черепно-мозговая 100%, там серьезно. И удаление глаза, скорее всего. Значит, все, едем. Так, доктор. Собака, конечно, тяжелая. Сейчас, может, если по горячим следам, может, удастся глаз сохранить. Алло. Даш, привет. Слушай, у нас тяжело раненый, как всегда, пятница. Собака. Собака. Ты на месте? Я, да. Давай, да, едем. У собаки травма, возможно, автотравма. Сильный удар в область головы, выпал глаз. Вот. Ущемился. Мы его вправили назад, веки зашили. И будем надеяться, что на антибиотиках глаз придет в норму, и пес будет видеть. Ссадины многочисленные на локтях, в паху. Все это обработано. Это просто ссадины, раны неглубокие. Пес молодой, зубы отличные. Поэтому будем надеяться, что глаз удастся сохранить.
похож на домашнюю собаку, потому что хвост купирован. И видно, уши у него подрезаны. Вот в чем дело. Это говорит о том, что большая вероятность того, что где-то жил дома. Ну, типа породистого какого-то. Пытались, во всяком случае, с ним сделать. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Сейчас он отойдет от наркоза, а дальше уже наблюдать за ним. От телефонного звонка до, как говорится, больничной койки прошло 2 часа. С миру по нитке. Первая в России бесплатная ветсанчасть.